8 утра, вот идем с соседом на взвешивание. Как обычно, вместе мы двое. Но нам больше никого и не нужно. Сколько уже вместе мы на взвешивание ездили и на чемпионате мира. Сейчас уже утро на Рашида взвешивание едем. Вот не было, почти что можно было. Нам еще нужно здоровье. Вот сейчас едем через мост, через Енисей. 5 минут, и мы уже на арене. Вон она там, фиолетовым цветом. Держим курс на дворец спорта имени Ивана Ергина. Как тебе красноярский мороженое? Че, нормально. Чужак сюда. Ты как любишь? Больше когда холодно или когда наоборот жарко? Холодно тоже нравится. Зимой холодно даже, летом жарко. Вау, какие люди у нас здесь. Это очень сильный борец. Беспрепятственно прошли контроль и направляемся в арену. Анатолий, доброе утро. Вы как по старой советской закалке, сюда вовремя. С утра пораньше на арену. Да, боролись бы нормально, чаще бы ходил. Хорошо, ребята, вчера ваши боролись, молодцы. Да. А вы во сколько легли спать? Вчера поздно день завершил. Да, вчера часа в 2, наверное. И вот так все равно будильник прозвенел, вовремя проснулись. Я встал, пошел, а так, конечно. Работа есть работа. Когда стало легче, сейчас или во время спорта? Легче было раньше. Сейчас отвечаешь только за себя, сейчас отвечаешь за всю команду, за каждого. А когда приехали, еще как-то не знаешь вообще никуда, куда идти, куда зайти, за всех отвечаешь, за врачей, за вашу жизнь. А то если бы не Магомед Курбаналиев, он сзади идет, я бы вообще, наверное, не знаю, я бы... На дорогу не нашел, да? Да, благодаря ему только. Он меня, мою мотивацию поддерживает. Да, ваши ребята молодцы, хорошо. Глядя на эту погоду, еще так вспоминается сразу вот эти кадры, как Иван Сергеевич бежал кросс, а на машине сзади не уехал, угадали, Алексей. Я видел, как Сан Саныч Карелин купался в такой погоду. Ничего себе. Да, после бани. Это было минус 38 тогда. Это... Сейчас да, минус 20 где-то. Ну да, тогда было минус 38. Прыгали после Енисея. В такую погоду он загорал, наверное. И вот мы в разминочном зале. А здесь уже вовсю кипит работа. Талгат Абдулкадыров, Мурачев Тулга. Так что хорошо, что проснулся. Зря я здесь. Вот я у Рашид Садулаев. Магомед Шарип Биякаев. Бобин Азми. Тренерский штаб сборной Дагестана. Вячеслав Абусаламов, голос вольной борьбы России и всего мира. А то Махмуд Магомедов говорит, что я утром не просыпаюсь. Я сегодня час... Магомедов, честно говоря, он сегодня всю команду разбудил, идет, пошел за этим, за всем питанием. Так что Махмуд молодец. Мы вместе... Вот что он как раз сказал. Вот, Махмуд, большой тренер. Только тебя хвалил, а когда я его не видел, а когда я его не видел. Мы говорили с Махмудом, что сегодняшнее взвешивание ни в коем случае нельзя. Просто час поспал, но ничего страшного. Конечно, договорились. Как поспал, ты продолжил. Магомедович, я думал, я разбудил. Вы разбудили, а Магомедович разбудил раньше. Махмуд пошел. Спящему не достанется ничего. Кроме сна. Курбан Рагимов, все журналисты сегодня проиграли на туше Вячеславу. Бульон как уже? Наготове? Наваристый, да, такой? Что-то можно выходить, да? Пойдем, Вячеслав. Пока вы кушал,
Аккуратно в капюшонке в углу хотел. Иногда будет акклиматизация. Дает разницу 200-300 грамм. Как самочувствие сейчас? Нормально. Карина на месте тоже? Это что? Это допинг. Допинг? Гвоздика? Какой еще? Вот, оказывается, чем заряжаются. Да, с утра. Мотивация. Борцы с утра пораньше. Он взял, потом я спрашивает, что дал? Надо. Он взял и потом спрашивает, что надо делать, говорит. Жуй. Иногда, говорит, лучше жевать, чем говорить. Да. Это что за гвоздика у тебя, Долготович? Атомная. Это махачкалинская. Ох. Аж челюсть свело. Михасовская, а махачкалинская. Зато разбудила жестко. Фирменный бульон с доставкой на арену. Сейчас будет, так отбьем. Вот этот человек вчера в 1:30 ночи сидел и отвечал на вопросы журналистов после победы его ученика Курбана Шрая. Сегодня он в 6 утра уже на ногах решает вопросы доставки питания. Да. Питания. Всех будет. Но я не решаю, я помогаю. Я, ну, все вместе. Не, ну если бы вот этих людей не было, если бы вот Долготович и Идрисович не утром по заранку не вставали бы, то кто бы этим занимался? Ну, всегда будут люди, наверное. Каждый должен кто-то зону ответственности распределить, и каждый где-то помогает. Это не просто в местности на 4 да. часа больше вот этих чуть-чуть, часового да. пояса. Тело иногда больше, тело спит, мозг спит, и ты, тело ходит, мозг спит, там не помогает. Потому что работать качественно, так как он работает, это, ну, честно, не все способны. И когда ребята отдают победами или выкладываются, характер проявляют, когда это все проходит, я 4:30 утра в номер пришел и понимал, что мне 7 утра уже выходить, и я только это могу разбудить. Потому что минус 20 мороз, хочется остаться подольше в тепле. Под теплым одеялом, да? Но, к сожалению, там ничего не достанется, кроме сна. Я хочу отдать должное Вячеславу, ты гигант Вячеслав, ты сегодня всех обошел. Всех обстановил, они тоже выйдут с утра здесь. Да. Когда ты просыпаешься, выспавшийся, но с пустым карманом. И с полной памятью телефона, да? Да. Вот наша диаспора, представители. Дагестанскую диаспору, Красноярский край, они нам помогают всегда готовить правду, я видел, что теперь уже они нам вот так готовят халяк, бульон, домашнее, вот это все. Вот он, кажется, как? Вот это все. Я кофе взял, да? Да, бутылка. Так, давайте ко мне. Ладно. Так, еще что? Вот сюда поставь ее, наверное. А, вот так держи. С утра банановый раф нам брат привез. Впервые такой слышал? Да. И ему очень вкусно. С утра я тоже везу. Попробуем тогда. Он любит эти чечетки. Экзотику, да? Экзотику такую. Такие рафы. Ванильный, лавандовый раф. Горячее. Еще я попросил, чтобы погорячее сделать. Вот сейчас вот это слышу. Банановый раф. Утро, минус 20, Красноярск. И я уже сейчас понимаю, что вот ради таких моментов стоит просыпаться, потому что оно потом и остается в памяти. Мне вот. Самое главное – горячий бульон. Да. И стулец, который привезет из Дагестана. Это самое главное. Мага, тут контент пишется. В надежных руках Магомеда Курбаналиева. Завтрак сборной Дагестана по вольной борьбе. Восстановительный эликсир. Давай поменяемся, Мага, как всегда, умеет меняться. Аж такой, какой ароматный запах. Дальше уже надо еще эта борьба. Как дальше? Давай, могу я помогу. Все.
Смел, я думал, у тебя здесь абонемент. Да нет, здесь ни у кого нет абонемента. Тебе даже это не дают. Рад тебя видеть. Везде, взаимно, взаимно. С такой этой... Супер, везде доступ, а тебе-то там что-то говорят. Так, я изловчился, вот сейчас я... На руках у меня завтрак сборной Дагестана. Я на руках, я даже скажу, что... У тебя на руках макароны, спагетти и курица из Дагестана. А у тебя? У меня фирменный бульон, хлеб, стаканы. Здесь дополнительная порция бульона. Вареные яйца. Знаешь, как я стою сейчас там биткоин? И кофе. Ты же не совсем правильно, Махмуд, выразился. У меня в руках пара золотых медалей, которые сегодня будут разыгрываться. Частичка, пару золотых медалей еще. И сегодня и завтра будут разыгрываться. Настоящий кайф. Это мне во сне будет сниться, потом вот этот дворец спорта. И утро. Самое лучшее утро, которое можно себе представить. Да, эти овации, когда ты зайдешь в зал с бульоном. Ты увидишь, как тебя обрадуются. Помочь вам? Лёв кушать поможешь. Лёв. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы почти у цели. Ребята ждут. Наконец-то Вячеслав Пласталов уже приносит свой вклад в разведывательные борьбы. Все. Вот мы успешно донесли. Все, что, спасибо. Все, ваша миссия выполнена. Яйца турецкие и азербайджанские. Через Дагестан приехали. Хлеб, хлеб просто туда-сюда. Вот так хлеб много не бывает. О, макароны. Есть? Дай стаканы. Тарелки дай лучше. Нет или стакан? Нет или там стакан? Какой аромат тогда идет? Да, и ты что, куда надо в рот класть им? Ты что, энергию потеряли? Закончили? Абдусалабов, иди на бульон. Ты заслужил. Заслужил больше всех. Начинаю с бульона. Это бульон. Спасибо большое. Вот это настоящий бульон. Уже 35 лет я бульон только наливаю, не считая другую. Вот, пожалуйста, чемпион мира. Кто именно наливает бульон, это тоже важно. Да, да, это чемпионский бульон. Сегодня будет повтор первого дня. Во всех весовой категории. Брат, стакан давай, маленький. Иди, мясо покушай, хлеб. Вот, призер олимпийских игр. Когда еще буду бульон наливать? Чемпиону мира. Курбанов, гель, на бульон. Румыния. Я вам идем сюда, ты что здесь? С нами тренируешься, с нами кушать не хочешь, что ли? Спасибо, вот для бульона. Самый вкусный хлеб, который я позапасил. Это по рецепту дагестанских этих пекарей, здесь готовят красноярские. Наши ребята, вот Махмуд Идрисов, пекарный позвонил, сделал специально. Это тоже один из секретов успехов. Хлебопекарный зовут. Пекарный же, говорили. За 20 лет он сюда ездит, конечно, у него опыт. Приняли, да? Да, чуть-чуть больные, вышел, приятно. Под залом вышел, да? Да. Спасибо, ваши эти вещи там. Дай нам узбека. Аккуратно, ребят, совсем дальше. Я хотел прийти. Покормить не хотел. Два чемпиона. Поздно легли, рано встали. Вот что называется режим. Режим есть режим даже. Чемпион ты или проигравший, все равно нужно
Слышно.